Я делаю запись для того, чтобы, ну, показывать людям, как делать проплату кабинета на реальном примере. То есть мы вот со Светой делали такую запись, ну и сейчас тоже сделаем, потому что чем больше таких записей, тем лучше. Так, чтобы вам партнерам помогали. А, значит, Галина, открывайте экран. Кабинета? Демонстрацию экрана. А, сейчас, секундочку. Открыла? Так, открылся. Так, скайп теперь можно свернуть. А, то есть свернуть просто его. Да, его свернуть, чтобы он не мешал. А вот этот квадратик, его можно закрыть полностью. На крестик нажать. Так, хорошо, значит, все, смотрите. Нам надо купить первый модуль. То есть мы сегодня покупаем с вами первый модуль. Для того, чтобы вообще активировать кабинет, надо сначала проплатить абонентскую плату ежегодную, которая стоит $12. Заходим на домашнюю страничку. Оплатить $12. Да. Вот нажимаем на эту кнопку «Оплатить $12». Но для того, чтобы это дело все оплатить, вот чтобы вы знали, да, нам сначала надо пополнить кабинет. То есть многие сразу вот заходят сюда и начинают кликать на эту кнопку, хотя на кабинете еще денег нет. Поэтому сбоку сейчас где-то кликните, чтобы скрылось вот это окно. То есть нам для начала надо вообще пополнить финансы. Поэтому нажимаем «Финансы». Галина, вот смотрите, фиолетовый квадратик внизу под нулями. Плюс, значки, да? Сбоку кликайте. Так, плюсик у нас. Это, по-моему, плюсик вот это есть пополнение. Да, пополнение. Вводите $22. Пишите цифру 22. Так. Доллары можно не писать, просто цифра 22. Пополнить счет. Так, значит, здесь у вас открывается сразу платежка в Advocash. Нажимаете на вот эту букву А. Вот большая буква черная. И здесь, ну, вот это все дело, конечно, смотрите, проверяете, да, и продолжить нажимаем. Мы отправили на ваш адрес письмо. А, все ясно. Значит, идите на свою почту, которая привязана к вот этому счету. И там будет письмо, надо будет кликнуть кнопку тоже «Подтвердить». Подтвердите вывод средств. Да, да. Подтвердить. Подтвердить. Спасибо, проверка пройдена успешно. Вернитесь. Теперь возвращайтесь на ту страничку, где у вас кошелек был открыт. И можно, ну, в принципе, продолжить. Все, платеж успешно осуществлен. Теперь возвращаемся в кабинет. Жиль. Он у нас теперь. Это по новой мне надо входить в него, да? Потому он закрылся, меня... да? Да, у меня его нет. Ну да, наверное, закрылся, потому что он не стоит долго открытым. А в закладках где-то он должен быть. Ага, у вас, чтобы далеко не искать. Обновляйте страницу на всякий случай. Так, теперь нажимаем на финансы, проверяем, поступили средства или нет. Финансы. Финансы на месте. Заходим снова на домашнюю страничку. И вот теперь уже можно спокойно оплатить 15. Теперь берем оплатить снова, да. И оплатить подписку. Оплатить, да? Подписку, да. То есть вот эти $12, они одноразово в год берут. То есть когда человек только заходит на платформу, ему подписка вот эта оформляется, и целый год можно пользоваться этой платформой. Соответственно, потом, когда уже зарплата пойдет, там доходы, там эти $12 вообще не заметны. Так, следующий момент – это оплата, ну, модуля первого. Так, вы на первый модуль заходите. Значит, нажимаем «Бизнес-пакеты». Так, и вот у вас здесь «Бизнес-пакеты». Нажимайте «Кошелек» на значок кошелька. Вот здесь вот читаете все. Потому что, ну, вы должны знать вообще, за что вы платите, да? Угу. То есть в каждый модуль, вот, который здесь есть, 7 штук, упаковано обучение. Меньше модуль, там, попроще обучение. Чем выше модуль, тем посложнее обучение уже, более сильно. Поэтому каждый модуль, когда будете проходить, вам надо будет практиковаться и будете изучать и применять. Кликаем «Активировать».
все. Вот ваше рабочее место. То есть угу. это, ну, простым языком, если сказать, автоматическая бухгалтерия вашего дохода.